Привет, ребята! Привет! Говорите громко, потому что тут море плещется. Только громкие слова будет, наверное, слышно. Но мы собираемся записать небольшое интервью с ребятами, потому что у меня накопились вопросы, а у них есть ответы. И первого мы спросим Васю. Вась, ты давно здесь на пляже? Да. А чем ты тут занимаешься? Я видел, как вот такой краб тащил вот такого вот краба, и он там его чуть-чуть подъел. Подъел? Да. О, то есть один был, он был краб-убийца, да? Да. Ничего себе. А где ты его видел, на песке или в море? Ну, там где-то. На песке. Да. Вообще, местной жизни тут очень много всегда, да? Тут всегда что-то ползает, едет прямо. Мы как будто в джунглях. Такого, чтобы, ну, никакой живности не было, такого тут не бывает, да? Да, даже три рыбы видел. Три рыбы? Да. Это только за сегодня, да? Хорошо. Васенька, а ты сегодня купался уже, Васик? Да, с мамой и с дедой. С мамой и с дедой? А вода какая? Прозрачная. Страшная? Прозрачная. Прозрачная? Нет, не совсем. Не совсем прозрачно? Нет. А волны какие сегодня? Я бы даже сказала, вообще прозрачные. А вы когда, ребят, купаетесь, вы очки одеваете? Да. Вот когда мы ныряем под воду с очками, там очень прозрачные. Очень прозрачные? Да, очки у нас очень прозрачные. Да. Если мы снимем, будет все видно. А что ты, Васик, сегодня видел под водой? Ничего. Только я скажу, что я видел. Что вот? Только мусор. Только мусор? А какой мусор? Такой, который люди бросают или который рыбий какой-то? Какой-то перья. Черненькое что-то. Да, ну то есть на самом деле тут пляжи действительно чистые, тут нет человеческого мусора. Но очень часто с моря приносят какие-то сложные, я не знаю, я не эксперт, но какие-то кусочки. И рыбы приносят. Да, какие-то рыбы, подъезды, какие-то кусочки дерева, да, бывают, какие-то растения, водоросли. А я 4 видел рыбы. 4 видел? 4, даже 2 тебе отправлял. Да, мне пришло. Ребятки, когда на пляже, чтобы я все знал, они мне отправляют сообщения, да? Я вижу, и фотографии мне отправляют. Вот, ну, мы сейчас, наверное, пойдем купаться, да? Или какой, Васик, у тебя план? Ты что-то другое хотел? А? Боня, у тебя был какой-то план? Нет. Не было? Ну, я думаю, мы сейчас тогда, наверное, наденем маску подводную и пойдем поплаваем. А мы... Да? Папа? Да. А как мы ее наденем, если она вот... Маску мамы? Ну подождем сейчас. Да нет, давай ты просто. Вот папа. Да? Вот. Папа? Да? Вот придем к папе, а ты не одевай маску. Не одевать? Да. Почему? Не одевать. О, помнишь, как мы с мамой купались, и ты по ванке зашел. Пораньше зашел? Да. Да. Давай так сделай. Давай. Ну что, опа. Кто пришел к нам? О, мама выловила хорошую лакушку, потому что она плавала с маской, да? С маской. Мы сейчас, Васик тоже говорит, надо одевать маску и пойти поплавать хорошенько. Но только мне не нравятся ушки у Васика сегодня. Вот с ушками какая-то проблема. Их надо как-то внутрь шапки заворачивать. Давай попробуем. Вот. Стало красивенькое ушко. О, совсем другой мальчуган. Смотри. Папа, ты нажимаешь тут на это, и тут у тебя это нажимаешь. Да? Это маску.